Приветствуем вас, дорогие зрители! Интернет-магазин «Серебряная птица» рад снова поделиться красотой ювелирных изделий. Сегодня мы продемонстрируем подборку новинок серебряных украшений. Простые и элегантные, они всегда будут в моде. И мы готовы начать показ. Наша первая новинка – комплект из серебра 925-й пробы в покрытии золочения. В массивном ободке оправы заключен круглый прозрачный фианит – алмазные огранки. Минималистичный дизайн только подчеркивает многоцветные сверкающие переливы вставки. Разгоните любую непогоду этими яркими лучиками и будьте уверены, внимание вам обеспечено. Представляем вашему вниманию комплект из серебра 925-й пробы в покрытии платинирования. В центре круговой оправы заключен крупный фианит, насыщенного голубого цвета, придающий обладательнице ощущение свежести и спокойствия. Отличный вариант для создания стильного образа высокого класса. Для ценительниц контраста мы приготовили изумительный комплект из серебра 925-й пробы в покрытии платинирования со вставкой из фианита насыщенного желтого цвета. Комплект придаст вашему образу одновременно нотки свежести и яркий солнечный позитив. Перед вами комплект серебряных украшений в покрытии золочения. Включает кольцо, серьги и подвеску. Каждое изделие можно купить по отдельности или вместе. В таких случаях, когда не нужно лишних слов и сложного дизайна, когда ваш образ остается дополнить лишь легким сверканием звезд, вот тогда на помощь придут эти аккуратные украшения со вставками из прозрачного фианита. Комплект сочетается с любым классическим платьем или костюмом. А какой образ подобрали бы к ним вы? Пишите в комментариях. Наша следующая новинка – восхитительный комплект из серебра. Широкое основание серьги и ободок кольца выполнены в виде витиеватого узора, на котором рассыпаны, как звезды, прозрачные фианиты. Надежный английский замок и крепление вставки, имитирующий жемчуг. Яркие блики и благородство перламутрового цвета – абсолютно выигрышное сочетание. Наша следующая, по-настоящему роскошная новинка – комплект из серебра в покрытии золочения. Широкие узоры на основании сережек в ободке кольца украшены россыпью ярких фианитов. А акценты – вставки, имитирующие крупный жемчуг. Теплый и благородный комплект, сохранивший традиции лучших мастеров ювелирного дела. Перед вами чокер из серебра с покрытием платинирования. Сделает акцент на вашей шее и визуально ее удлинит. Замок снабжен цепочкой-регулятором, что позволяет аксессуару плотно сидеть и не провисать. Чокер подходит не только к классическим блузкам, но и к повседневной одежде – джемперу, кардигану или жакету. Маленькая деталь образа, а выглядит так смело и элегантно. Следующая модель – чокер из серебра с покрытием золочения. Он подойдет для создания теплого и смелого образа. Золоченый чокер выглядит женственно и подходит к классическому образу, а удобный замок помогает фиксировать аксессуар точно по вашей шее. Если раньше вы не носили подобные украшения, то сейчас самое время начать экспериментировать. Перед вами комплект из серебра 925-й пробы в покрытии золочения. Вставка – искусственный агат зеленого цвета. Отсутствие центральной крупной площадки позволяет камню отражать свет в разных направлениях равномерно, создавая множество небольших бликов. Ободок кольца разделен надвое, создавая впечатление, что надето два кольца. Таким же раздвоением декорированы и серьги. Интересная задумка дизайнера и ваша интерпретация, каким образом можно расположить вставку этих изделий. Наша следующая модель – легкая и минималистичная брошь из серебра 925-й пробы без вставок. Доступна в двух видах покрытий – платинирование и золочение. Форма броши – контуры тюльпана. Небольшой размер позволит украшению легко разместиться на воротнике блузы, жакета или кардигана.
Вы также можете украсить ею однотонный джемпер или толстовку. Не сомневайтесь, украшение в виде элегантного цветка всегда беспроигрышный вариант. Тем, кто ценит благородство перламутра, очень рекомендуем обратить внимание на эти серебряные серьги со вставкой, имитирующей жемчуг. Лаконичный дизайн позволяет им раскрыться во всей красе, не перегружая образ. Модель выполнена в покрытии платинирования. На нашем сайте представлены эти стильные лаконичные серьги в покрытии золочения. Крупная вставка, имитирующая жемчуг, делает броский акцент, но при этом серьги довольно универсальны. Они обязательно займут достойное место в вашей коллекции базовых украшений. Представляем вашему вниманию роскошные серьги и подвеску из серебра в покрытии оксидирования. Изделия украшены крупной прямоугольной вставкой из ювелирного стекла цвета шампань. Таинственный и притягательный цвет, который прочно ассоциируется с роскошью, благородством и женственностью. Витой элемент дизайна в виде петельки сглаживает углы, делая украшение более элегантным. На ваших экранах комплекты серебра 925-й пробы в покрытии оксидирования со вставкой из ювелирного стекла сиреневого цвета. Нежный и романтичный цвет придаст образу нотку легкости, свежести и креативности. Вставка достаточно крупная – 14 на 10 мм, но при этом легкая – всего 3 грамма. Прямоугольная форма серег визуально удлиняет шею, а авторская фасетная огранка без центральной площадки более глубоко раскрывает цвет камня. Обратите внимание на дивный комплект украшений из серебра 925-й пробы в покрытии золочения с крупной вставкой из прозрачного ювелирного стекла собственной огранки прямоугольной формы. Только посмотрите, какими разноцветными бликами они сияют. Серьги и подвеска идеально подойдут для создания образа в классическом стиле. Ничего лишнего, только яркий блеск и восторженные взгляды. Представляем вашему вниманию милые детские украшения. Сережки из серебра 925-й пробы доступны в покрытии платинирования и золочения. Изделия выполнены в форме мишки, держащего сердце. Вставки – прозрачный фианит и цветная эмаль белого и нежно-розового цветов. Надежный английский замок не даст сережке упасть даже при самых активных играх. А есть ли среди наших зрительниц представительницы зодиакального знака рыбы? Или просто любительницы красот подводного мира? Эта нетривиальная новинка обязательно вас порадует. Серебряное кольцо со вставкой из небольшого бесцветного фианита. Доступно в покрытии платинирования и золочения. Кольцо не сомкнутое, подойдет и совсем маленьким принцессам, и девушкам постарше. Кольцо декорировано элементом в форме хвоста рыбы. Заинтригованы? Тогда выбирайте вид покрытия и заказывайте кольцо на нашем сайте. И в завершении нашего видеообзора акцентная брошь из серебра 925-й пробы в покрытии оксидирования. Изделие выполнено в форме веточки в филигранном стиле. Вставки – прозрачные яркие фианиты алмазной огранки. Растительные мотивы украшений не выходят из моды и до сих пор остаются универсальным дополнением к образу. Спасибо вам, дорогие зрители, что смотрите, оставляете комментарии и помогаете нам становиться лучше. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить колокольчик уведомления о выходе новых обзоров. До новых встреч!